Какая красота! Это комнатные розы. Какая красота! Муж сказал, начинается. Я бы такую взяла. Беленькую, слышишь? Такую на 8 марта и красненькую, и розовенькую. Сколько они стоят? И вот 800 рублей. Ну бери. Сейчас еще да. Нет 8 марта. Ля, какая да, прелесть. Ну они пропадают зимой этот в доме. Хотя в веранде у меня стоят. Ля, какая красивая. Крупная такая. На 8 марта значит, больше ничего не буду покупать. Хризантемки. Не, ну розочки мне больше нравятся. Какая прелесть. А это вообще такая олень. Прелесть, прелесть. Она такого молочного цвета. Что тут еще есть? Ты не залукаешься, если поднимать это. И залукается он тоже. Орхидейки, но я их не люблю. Ой, рот открою. Не могу, в маске. Сдыхаюсь. Это такое на улицу. Кто это у нас тут? Туя. Вот, вот тюльпаны. 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 Сиреневые красивые. Мой любимый цвет. А это кто это? Эти тюльпаны красивые. Сиреневые. А это кто? А это эти. Как их? Цикламены. Цикламены, фиалочки. Какая прелесть. Лянь, какой прелестный. Лянь. Мой любимый цвет. Сейчас, если будут идти луковицы, я куплю. Это уже на 8 марта, видишь? В горшочках. Ой, ой. Красота. А там? Это бегонии. Бегония тоже 800 рублей. Ну, что-то не болею я орхидеями. Повезло мужу. Так, пробегусь. Сколько стоит орхидеи? 1199. И такая вот. О, 999. Это почти 1500. Это кто у нас тут? Красула. Ну, красула, наверное, это вот это. А это... Ценник.